Яркой точкой огромного количества событий, проходивших 20 мая в Ульяновске, стало открытие фаер-сезона, состоявшееся субботним вечером в парке Владимирский сад. Повеселить народ с помощью огня собрались несколько десятков человек, причем не только из Ульяновска. Поддержать своих коллег по огненному ремеслу приехали фаерщики из Сызрани, Казани и даже из Санкт-Петербурга. А посмотреть на них пришли сотни горожан разных возрастов. Одной только игрой с огнем открытие фаер-сезона не ограничилось. Собравшимся показали свое мастерство танцоры, жонглеры, мастера световых шоу. Но все-таки главными героями праздника стали именно фаерщики. Огненные веера, бои, как выразился ведущий шоу «Горящие шарики», стафы, горящие штанги, огненные цепи и даже полыхающие бочки. Чего только ульяновцы не увидели в этот вечер. Владимирский сад осветил даже почти настоящий огнемет. С таким вооружением на открытие пришли его организаторы, шоу-группа «Огонь и я». Сезон открыт. Теперь в течение всего лета фаерщиков можно будет увидеть на городских площадях, потому что без них сейчас обходится редкий праздник. Игорь Улитин, новости дня, Ульяновская правда.